Всем привет, ребята! Я давно не снимал новое видео, хотя вчера было, но продолжение вы можете увидеть после рекламы. Всем привет, ребята! Меня зовут Шлень-Медведь Мишутка. Я очень люблю снимать видео на канал, или как там, это, ролики, видео на свой канал. А на одном из моих видео уже 9000 просмотров. Спасибо вам, ребята! 9000 просмотров! Продолжайте смотреть наши ролики. Продолжайте смотреть наши видео. Продолжайте. Это доставляет мне с Димой удовольствие. Нам большое удовольствие это доставляет. Понятно? Я очень люблю снимать видео и вместе с Димой. Дима, иди сюда. Иди сюда. А, чё, Мишутка? Я тут. Мишутка, чё? Как дела? У меня всё нормально. А у тебя, Дима? У меня тоже. Итак, сегодня будет новое видео, которое называется «Обзор на все мои дневники из Gravity Falls». Даже... Ещё я сделаю обзор... Летом я сделаю обзор на настоящий дневник из Gravity Falls на покупной, потому что сейчас его у меня нет. А сейчас я вам покажу мои другие дневники, которые у меня есть. На все мои дневники, которые я делал. Вот самый первый, который я сделал. Вот. Самый первый, который я сделал. А второй, который я сделал, это первый. Вот. Ну, еще здесь второй есть. Сейчас второй покажу. Друзья, вот еще один дневник из Gravity Falls. Этот я вам, по-моему, уже показывал. Ну, по-моему, там в одной из моих видео, по-моему, в позапрошлом видео я вам показывала. Жидкостер! Тут. Я вас очень люблю, люблю снимать видео на канал. Раз, два, три, четыре. Это для меня какое-то удовольствие. Ну, правда, монтировать я не могу. Я не могу монтировать. Я хочу научиться, но... Как лучше снимать обычные видео, чем просто... Может, это вирус какой-нибудь, я закачаю и все, и все. Итак, сегодняшнее видео будет крутым. Погнали. А вот еще... Это, правда, это не дневник, это просто блокнотик, который я сделал, но с елочкой. С елочкой Диппера. Правда, она золотая, но ничего страшного. А те дневники, которые я делала, для меня было большое, огромное прям удовольствие. Для меня огромное. А вот еще один дневник. Правда, я тогда еще не знала, что там 5-6 пальцев было, поэтому я просто вот так вот сделала. Посмотрим. Да. Не смотрите на меня так. Не смотрите на меня так. Я знаю, что я делаю.
остерегайтесь зомби. Ну, друзья, на этом еще не все. Ну, короче, друзья, я вам показал все мои дневники. Мишутка, это я. Мишутка, это я вообще-то. Так, давайте рассмотрим их поближе. Вот, смотрите-ка. Том 3. Эта книга принадлежит Стэнфорду Пайнс. 18 июня. Гномы. Опасность неизвестна. О, это гольферы, лили-гольферы. А это главный противник всего сериала. Билл Шейфер. Слепой глаз, общество слепого глаза и наблюдающие глаза. Следят ли они за мной? Правда, мне было лень писать, поэтому я написал каракульки всякие. Вот еще зомби. Вот написано про их слабости. А дальше вот пустые страницы. Ну вот, Гипер нашел этот дневник. Ваш новый автор. И все. На этом все. Подписывайтесь на канал. Это видео закончилось. Всем пока-пока и до скорых встреч. Пока-пока. Yeah.
турум пум 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 пум. Ну что, ребята, понравилось видео? Тогда ставьте лайкосики и подписывайтесь на канал под названием... Ну, вы сами поняли. Всем удачи, всем пока-пока.